Балерина, иди сюда. Балерина, иди сюда. Иду сюда, говорит. Иду сюда. Солнце. Ну, злодейка какая. Что-то у ней на спине... Какая-то у ней проплешина на спине, серенькая. Не пойму, что это у нее такое. Злодейка какая, а? Прибежала. Я вчера целый день ждал ее, а ее не было. Ни балерины, ни копии-копии. Злодейка какая. Солнце. Вон какая-то у нее хвостом прикрывает. Не пойму, что это такое у ней. Золото, ты... Так. Вон у ней на спине что-то. Да. Солнце, иди сюда. Солнце, иди сюда. Давай сюда. Давай, перекусим. Ну-ка. Не видно так. Просто сейчас тут много народу рядом. Белочка немного нервничает. Балерина, жалко, погладить нельзя ее. Это что такое вообще? Белка, почему тебя нельзя гладить? Солнце. Нельзя даже пальчиком вот так вот сделать. Вот так вот даже нельзя, вот так вот. Солнце. Куча голубей сюда пролетела. Балерина. Сейчас у меня тут рядом со мной было 3 человека. И даже не мои подписчики они. Мама, бабушка и девочка. И девочка 11 лет. Ну как, они подписались на меня вроде как. Но мы, говорит, еще ничего не смотрели. Не было времени. Вон они уходят там вдалеке. А я хотел снять, что это за белка такая. Это что за... это та белка, которую я вчера снимал. Она здесь сидела, ее прогнали. С полосатым хвостом. Опять там в кормушке, по-моему, ничего нету. Кто-то, по-моему, покормил моими орешками голубей. Молодцы какие-то. А, это подошел. А, нет. Балерина, чего ты? Чего ты убежала? Вот чего ты убежала? Чего-то у нее на спине нехорошее солнце. Ты чего?
Солнце, ты чего? А что тебе? А что тебе? Стой, стой! Тебе орешек дать, может быть? Может быть, говорит, орешек. Точно, орешек тебе дать? Да, говорит. Сама вернулась, молодец какая. Я, говорит, поела все. Давай орешек. Молодец какая. Побежала. Побежала. Не, то я ей давал орешки, она не брала, а то сама. Сама прибежала, говорит, давай орешек сюда. Я, говорит, чего? Говорит, просто так, что приходила. Ну-ка, я сейчас гляну, что там у меня в кормушке в деревянной. И откуда тут столько голубей? Да нет, вроде нормально все. Ну, брали орехи здесь, да. Когда вот такая ямка с этой стороны, это орехи кто-то брал. И, скорее всего, кормили голубей, наверное. А тут все съели, там все съели. Ну ладно, балерина прибегала, но надо же. Я вчера ее ждал. Думаю, может, прибежит. А это кто такой? Иди сюда, иди сюда. Солнце, иди сюда. Давай сюда иди. Ты кто такой вообще? Как какой-то бельчонок. Иди сюда, солнце. Иду сюда. Солнце. Бегает. Куда подался, говорит, бельчонку? Огурчик. Это, кстати, не мои огурчики, это вот эти вот бросили, которые совсем не подписчики мои. Откуда столько голубей здесь? Я их научил, что они, когда в прошлый раз приходили, они принесли с собой абрикосы. И положили сюда абрикосы, а я положил сюда огурчики. И белки почему-то огурчики выбрали. Я вот не понимаю, откуда тут столько голубей. И там дерутся они. Кормушка пустая, им не залезть, голубям. Не достать, там что-то лежит, может быть, но им не достать. И они вон толпой все лезут. Я что-то не пойму, от чего это так. Тут на первый взгляд 20 голубей. Не знаю, что он тут делал такой толпой. Сейчас белка не дала себя прогнать. Это кто такой прибежал? Солнце, иди сюда. Солнце, иди сюда. Давай сюда. Ну ладно. Не знаю, куда он побежал, этот бельчонок. Вот он, я говорю. Смотри, тут орешки лежат. Давай сюда. Давай. Солнце. Давай. Бельчонок, ну надо же, первый раз такое. Бельчонок сел мне сюда на рюкзак. Ну надо же, а. Мелочь пузатая какая, а. Ну страшно, да, еще страшно, говорит.
А что, говорит? Я, говорит, маленький, еще всего боюсь. Солнце. Кстати, какой-то оживляш случился. Я имею в виду, вот эти люди ушли. И белочки набежали, маленькие белочки прибежали. Мне вот, кстати, непонятно, почему они тут сидят такой толпой. Это им кто-то кидает, что ли, я не пойму. Солнце. Солнце, иди сюда, иди сюда. Тебе орешек нужен, что ли? Иди сюда, солнце. Давай сюда иди. Давай, тебе орешек нужен, что ли? Вообще без проблем, давай. Только взять надо самому. Солнце. Ну-ка положу сюда. Возьмет, не возьмет. Вон та белка вчера здесь была. Вон там, которая бегает. Я когда пришел, тут какая-то семья была с мелким ребенком. Вполне возможно, они кормили голубей орешками из кормушки. Люди добрые сами по себе. Почему бы не покормить? Почему бы птичек не покормить? Сюда, кстати, очень много народу приходит кормить именно голубей почему-то. Кстати, вон та кормушка, я как-то пришел утром, смотрю, там белка сидит на той кормушке. И я решил посмотреть. Ну, она сейчас пустая, кормушка эта. Она обычно пустая, там нет ничего. А смотрю, там сидит белка и что-то ест. Мне стало интересно, а что она там ест, интересно? Может, ей там положили, там, не знаю, миндаль. Они обычно там арахис в прошлый раз клали. Может, миндаль положили. Решил посмотреть. Нет, все в порядке. Все в порядке. Там семечки, кедровые орешки и червячки. Кто-то добрый взял из этой кормушки, из моей, и положил туда. Какие молодцы. Побольше кормушек еще навешать, и это решит проблему. Кормушек же не хватает. Бельчонок по мне лазит. Кормушек не хватает. Вот то одна кормушка, а то будет 10. И из моей кормушки туда все раскладывать. Вот будет здорово как. Это решит проблему тогда. Ну все, такая зарисовка с белочками. Это кто тут пришел? А, прогнала, она пришла. Я думаю, что это бельчонок убежал. А это вот эта белочка пришла. Солнце. Она уже сидела здесь, вот эта белка. Я ее гладил даже. У нее что-то с ухом, с правым ухом что-то непонятное у ней. Солнце. Хорошая белочка. Вот здесь у нее что-то непонятное в ухе. Какая-то короста у ней. Ну ладно, все. Такая зарисовка, а то что-то очень длинное видео. Белочка хорошая, она гладибельная, очень хорошая. Ягод хорошая какая. Солнце. Ну все. Тут, я думаю, что не так? Как белка, как хлопает крышка, вот голуби слетаются под кормушку. Это что такое вообще? Ну-ка, сейчас так.
То есть ничего не падает, но голуби слетаются. Какая-то у них уже рефлекс какой-то выработался. Ну-ка, еще раз. А, вот что она делает. Это я ошибку сделал. Это она... Я понял, в чем дело. Это что-то. Короче, она залазит. Залазит белка, залазит в кормушку. В кормушку. Там у меня семечки лежат, червячки. И она, белка эта, злодейка, начинает рыться. Я думаю, это что такое? Это ямка... Ну да, половины кормушки уже нету. Она начинает рыться и лапками кидает отсюда. Я думаю, что такое непонятное происходит? Голуби слетаются, когда белка залазит. Она начинает искать здесь кедровые орехи. И все выкидывает отсюда. Семечки выкидывает отсюда. И голуби слетаются. Я думаю, что-то непонятное происходит. Вот в чем дело-то. Вот злодейка. Это белки кормят голубей. Это что такое вообще? Это же жизнь какая-то. Не, ну так не годится. Ну все, такое видео, длинное видео какое-то получилось. Нехорошо. Ну все.